Шелик, привет, дорогая доченька моя, психолог. Привет. Молодец, молодец. Какой Привет. будем проводить? Скажи, пожалуйста. Касаем Гамич, Да. ночь, а ты меня поймал. 12 часов ночи, а мы все трудимся и трудимся, да? Ну, Да. давай, скажу, что хочешь знать? Я хочу знать, какого числа, во сколько и о чем ты будешь там показывать и рассказывать. А, ты про вебинар. Вебинар у Да. нас, значит, будет 14 числа. Это Да. среда, как мы все вместе наметили. Это будет продолжение вебинара, который был в начале, да, о ресурсах, о наших возможностях. Это будет часть вторая. Но для новичков хочу сказать, что нет разницы. Впервые они туда попадут, либо там люди будут, которые будут продолжать смотреть, потому что основные части мы всегда повторяем. Поэтому основу, антистрессовые приемы, как сбрасывать стрессы, на чем мы как раз профилируемся лучшие в мире, мы это обязательно будем все повторять и закреплять. Ну, плюс к этому я хочу показать интересные штуки, которые никто никогда не показывал нигде. И я сама редко даю на индивидуальных занятиях. Это будут такие некие техники, приемы, направленные на расширение рамок нашего сознания. То есть, чтобы мы шире, лучше, более многограннее видели ситуации, лучше выстраивали взаимоотношения. В общем, все самое лучшее будет здесь. То есть будет Это много для развития практики. личности, да? Обязательно. Ну, у нас продолжение, да, поэтому у нас развитие, наши потенциалы, да, И это поэтому... сразу поможет любому человеку, который научится этому, то, что ты покажешь. И то, что я тоже покажу свое. Конечно, И конечно. объясню тоже кое-что. Сразу ему поможет наглядно для самого себя и для его близких, и вообще для окружающих. Сразу пойдет улучшение жизни, потому что, когда ты говоришь, сознание расширяется, имеется в виду, видимо, снять те ограничители, которые связаны со страхом, шаблонами мышления, с Однозначно. каким-то подражанием авторитетов. А когда человек начинает Скорее больше всего, соображать и быстрее соображать, и быстрее принимать неординарные решения, да? я буду показывать приемы, которые будут помогать убирать либо заменять привычные действия на нечто новое. На Это новое, дает, дающее лучший да, результат. это дает возможность Понятно, быстро понятно. улучшать как свои самочувствия, как свое самочувствие, так и приходить к каким-то новым открытиям в Ну, это, себе в и вообще. общем, это новое, да. Новое, полезное. Конечно, новое, поэтому приемы, которые мы будем Хорошо, Шейлик, давать. ты сейчас не раскрывай всего, потому что мы же хотим А я сохранить. уже хотела все рассказать, Не надо, не надо. Сейчас пока не говори, потому что все будет на вебинаре более конкретно, понятно, доступно, полезно. ну, в принципе, там описание есть. Я думаю, что можно почитать. Да, и я думаю, людям, которые впервые попадут, будет очень интересно. Ну, Я обязательно, я всегда повторяю основные такие поэтому то, приемы. что там написано продолжение, это Ну, продолжение, и часть для будет новичка вебинара, полезно, и для конечно. того, кто уже видел первый вебинар. Да, однозначно, Там будет однозначно. усиливаться все, расширяться, Скажем, развиваться. продолжение это для тех, кто у нас уже Очень был. молодец. Слушай, Жела, я так тобой доволен, потому что не только потому, что я твой папа, но потому что ты меня превосходишь в некоторых моментах очень сильно. Да ладно, да ладно. Да, да, ты такие вещи делаешь, да. Ну, давай, целую тебя. Все, да? Все? Да, Ты для все. этого меня дернул? Ну да. Хорошо. Да, Ладно, спасибо. целую. Давай, Спокойной целую. ночи. Спасибо Пока. тебе. Давай. Пока, До пока, встречи. пока, пока.